Сейчас мы находимся в храме Вадхунарам, который хорошо видно с дороги. Мы сюда приехали для того, чтобы посмотреть на мумифицированного монаха, которого при жизни звали Луан Ходаен. И 6 мая 1976 года он умер в позе лотоса. Совершенно необычное зрелище, иногда даже кажется, что он дышит, сидит. Действительно, для многих туристов мертвец, сидящий в позе лотоса, это необычное зрелище. Тайцы, по их буддийской вере, не боятся смерти, а принимают ее как нечто естественное. И наоборот, они ожидают ее, чтобы приблизиться, так сказать, к нирване и в следующей жизни улучшить свою карму. Луан Ходаен не является единственным монахом, является самым почитаемым.